Случай в Актау. Друзья, всем привет. Актау очень великолепный город, я бы сказал, казахская Анталия. Здесь живут очень темпераментные люди. И бауырым, нет, не стыкцыны. Не тюротынында. Что вы говорите? Я турист Караганды, я казахский хорошо понимаю. Вы казахский понимаете? Я казах сурып тұрғандықпын ба, эй. Не ұшсыңында. Боже мой, вроде бы что-то родное, но чуть-чуть непонятное. Капталга, капталга, что-то интригующее. Может быть, на французском? Я понял. Вам нужен мой телефон, да? Телефон Минсизге Беремен. Вроде бы не чихнул. Все-таки какой же богатый казахский язык, безграничный. Вроде вы говорим на одном языке, но непонятно. Брат, я слышал, ты расстался, что, нормально все с тобой? Да, нормально, братан, нормально. Точно, да? Там поехали в парк Горького, нас пацаны ждут. Парк Горького, не поеду я. А что? А Сема там любила гулять. Что, плачешь, что ли? Не, не плачу. Ну что мне делать, как помочь себе ее забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить. Бля, Хаким, пожалуйста, давай нормальную песню пой, я не чувствую страдательского трека. Пойдем. Да, нормальная песня, играй, брат, играй. Пусть ночь сковала все вокруг тоской немыслимой, и шумит осенний дождь. Йога, она звонит, она звонит. Возьми трубку, она поговори. А что ей сказать? Да. И что? И чё? У меня на это времени нету. Давай. А чё я натворил сейчас? Почему ты меня не остановил? Алло, да. Со школы? Да, это мама. Угу. 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 Да-да, конечно, конечно. Когда? Ага. Ага. Да. И когда это все будет? Какого числа говорите? А, ага. Угу. Да-да-да. Да, я понимаю. И когда это все будет? Да, я, конечно, вас понимаю. Угу. А кто звонил? Береги. Вот как и договаривались за наш тендер. Так, стоять, антикоррупционный комитет! Стоять! Есть тендер Бастерн Стима? И он же должен взять же! Бори, сука, коль же деньги вас нет, джусь нарюстам! Вышли отсюда нахрен! Ереги, извиняюсь, небольшая заминочка. Забыли все. Вот ваш откат за тендер. Ты че, я сейчас вот деньги возьму, а они отзайдут и меня вот так что ли? Да нет, Ереги, че вы, никто не зайдет, берите спокойно. Блин, а лунги пора жесть. Все равно алгоритм, ё-моё. Нет, короче. Ереке, ну чё вы, блин, от души же я. Шеф, не стим за нас, стоим за. Чё вас ворот? Ишаки, блядь. Вот это что за семечки, не знаешь? Нет, не знаю. Не знаешь? Вообще сам семечки щелкаешь, что ли, по жизни? Да. Когда щелкал последний раз? Позавчера. Позавчера? Да ты чё, какие щелкал, белые, чёрные? Чёрные. Какие вообще сильнее, черные семечки или белые? Черные. Черные, да? А-а-а. С кем щелкал, где щелкал? Да, так. Сколько штук примерно щелкал тогда? 89. Да, ну, на 89? Да. Да ты что? Потом что делали после семечек? Ничего. Ничего? Да. Тебе кто-то звонит? Кто тебе звонит? Не знаю, брат, сейчас посмотри. Посмотри-ка, посмотри, кто? Посмотри. Смотри, брат, посмотри, пожалуйста. Смотри, брат. А что, звонят, и неинтересно. Время сейчас сколько времени? 17:40. Кто звонит? Мама. Спроси, что это? Спроси. Алле. Что говорит? Что там? Угу. Мама? Да, мама. Что говорит? Ну что, сосиски купили. Родная мама, да? Двоюродная? Сосиски, какие сосиски купишь? Не знаю, брат, что, надо посмотреть. Ну ништяк, братан, ну может быть чуть-чуть еще скинешь, а? Братан, и так сколько скинул? Машина в идеале, видишь же? Если мне не веришь, вон, самая честная стол стоит. Хочешь проверим? Давай заедем, сделаем. Давай. Там тебе скажут все, как положено.
А, эта машина, что ли? Братан, я же ее знаю, она у нас обслуживается постоянно. В идеале, все меняется вовремя. Если купишь эту машину, у тебя тоже будут скидки на обслуживание. Договорись с хозяином. С каким хозяином? Ну да, хозяин, который что, только что приехал же, бородатый, в коже. Ладно, что этот, может, уступишь? В смысле? Ну, цену скинешь, может? А я тут в чем? Ты, братан, с хозяином договариваешь, я же просто мастер. Запарили тебя акимачики. Санжар, кстати, ты же говорил, кто-то в акимате у тебя есть. Да, Соля Аскарна. Реши мне эту проблему, а? Все, не вопрос, сейчас Соля Аскарна. Так, Азамат акимат, да, точно? Аза, салам алейкум. Ой, Альбина, привет, как дела? Давай я тебе перезвоню. Записал тебя просто так. Давай. Простите. Сопля решала, дить, сопля решала. Да, точно, сопля решала. Ага. Ты что ко мне звонишь? Ой, простите. Я что, сопля решала у тебя подписана? Не, это братишка, наверное, игрался. Сопля решала? Солюс, сейчас я выйду, а то это не ловит здесь. А, друзья, всем привет, это передача Шрот, и сейчас мы узнаем по поводу машины у автовладельца. Ехала. А, здравствуйте. Что расскажешь по поводу этой машины? Здравствуйте, это моя машина, я ее покупал неделю назад за 3 миллиона, сейчас она стоит 5 миллионов. А почему так дорого? Ну потому что я туда вкладывался, я не жалел денег, я туда, получается, усовершенствовал колхозными чехлами, так. Купил китайские диски, бушные шины, якобы полирнул, но этого не делал, заменил якобы все жидкости, этого не делал, конечно, просто наклейки наклеил, и, конечно же, скрутил пробег. И, соответственно, я потратился на 1040, и стоит она сейчас на 2 миллиона дороже. И неужели кто-то купит это? Ну, как мои коллеги говорят, без лоха жизнь плоха. Ты смотри, а. Ну и тем более это Камри, да? Ну, Тойота, вот Тойота. Ё-моё, Талгат звони мне. Чё за Талгат? Финпол, чё Финпол Талгат? Который Халдыбаев наш. Финпол. Я, он же уволился давно, ты чё? А просто Талгат сейчас. А, серьёзно, что ли? Ну. Тогда можно вообще удалить этот номер его, да? Зачем ему нужен? Чё, без работы сейчас, да? Талгат? Не, он поднялся, он в аппарате президента сейчас. Алло! Алло! Я хоть тогда, а что ты сразу не говоришь, елки-палки? Алло, Талгат! Вот, смотрите, это же наш зам Акима, смотрите, на работе развлекается. Эй, куда вы пошли? Куда вы пошли? Куда вы уходите? Куда вы постоянно от меня уходите? У меня столько вопросов к вам. Вы думаете, от народа уйдете? Вы никогда не уйдете от народа, понятно? От ответственности вы никогда не уйдете. Подожди, вот кабинет зам Акима, вот. Я внизу, я нотариус, понимаешь, нотариус, ты мне всех клиентов распугал уже. А, да? Вот к нему обращайся. Чего ты постоянно ко мне приходишь? А, хорошо. Извините. Ну чё, всё, погнали, ребята! Куда погнали? Как куда? Бухать сегодня, пятница, клуб, бар, она у нас, всё, брат, давай, поехали. Друзья постоянно зовут тебя на тусовки, и ты не можешь им отказать. Поехали. Чё, брат, в прошлый раз в баню не пошёл? Под каблук, что ли? Завязывай такие движения, ёлки-палки. Тебе надоели гулянки, и ты хочешь измениться? Тогда представляем вашему вниманию. Знакомьтесь, друзья с мечети. Друзья с мечети всегда рады тебе. Друзья с мечети всегда позаботятся о тебе. Друзья с мечети всегда поделятся с тобой. Друзья с мечети всегда позаботятся о тебе. Давай, давайте. Кстати, какие планы на пятницу? Как какие? Пятница? Семья, дети. Ха, ты чё? Давай. Я снова. Друзья с мечети! Лучшее окружение для вас! Друзья с мечети, спрашивайте во всех мечетях города. Я еще раз спрашиваю. Мы каждый раз проверяем, приезжаем, проверяем, где деньги, выделены деньги для школы. Вы построили школу, детский сад, где эти деньги? Я извиняюсь, мы чуть-чуть не туда деньги вложили. Куда вложили? Вот как бы так получилось. Нафига это динозавр вам? Я говорю, я вам сказал школу построить. Ну, мы думали, это для туризма, вот. Думали, тупые вообще. Вакцинацию хотя бы сделайте ему вместо этих обезьян. Мирхан, как думаешь, сейчас по прилету в Самарканд? Мирхан? Эй, Маке. Чего надо? Что там уселся в бизнес, спроси? И у нас два билета было только, один эконом, один бизнес. А почему это я в экономии? Я думал, ты эконом любишь просто. Я ничего не знаю, пересаживайся сюда, я в бизнес сяду.
Нифига, какого года ты на то пошло? 85-го. Месяц какой? Сентябрь. А я июльский, понял? На, дохавай. И на обратку сумку мою зацепи.